Всем привет! Я рада приветствовать вас на своем канале за просмотром этого видео. Сегодня я хочу поговорить об очень интересном и важном моменте для любой девушки, для любой женщины, которая хочет малыша и которая активно готовится к этому вопросу. Это как же быстро и легко зачать ребенка. Я хочу поделиться чисто своим опытом наступления беременности, которая наступила, кстати, со второй попытки, тем вопросом, как я к ней готовилась и, собственно говоря, как это случилось и как это у нас так быстро получилось. Логично начать, наверное, с подготовки к беременности. У меня она состояла из трех основных аспектов. Первый – это физическая подготовка, второй – скорее физиологическая подготовка, я бы так сказала, и третья подготовка с медицинской точки зрения. Физическую подготовку к беременности я начала раньше всего. Начала я ее с того, что где-то за полгода до беременности я начала по чуть-чуть подкачивать свой пресс и мышцы спины. Хотя, конечно, я знаю, что многие говорят, что, в общем-то, эти вот кубики пресса, они вроде как плохо влияют на беременность и не являются очень хорошим моментом во время беременности, но просто подтянутые мышцы пресса, они нужны в любом случае, потому что они поддерживают во многом живот, как вот этот мышечный скелет, он просто держит мышечный каркас, он держит живот, держит малыша, и вам намного легче. И спина, ну спина это, в общем-то, мне кажется, абсолютно понятно, потому что она отдувается во время беременности больше всем, чем кто-либо вообще в этом, чем какие-либо другие группы мышц, и ее подкачивать нужно обязательно. И несмотря на то, сколько я уделяла внимания своей спине, все-таки сейчас мне тяжело, как бы, ну, у меня 9-й месяц беременности, и без бандажа ходить долго, я ходить без бандажа в принципе не могу, потому что вечером я не ощущаю собственной спины, хотя она у меня более или менее тренированная. Второй момент, который я использовала в своей беременности, это было по совету моего врача-гинеколога. Она сказала мне однажды очень хорошую вещь, что несмотря на то, что беременные принимают кучу витаминов, там, поддерживают свой организм, но тем не менее, если организм не будет насыщен витаминами до наступления беременности, то никакие синтетические витамины во время беременности вам не помогут, потому что ребенок будет вас высасывать просто так вот, как это, знаете, вот это вот у старых стиральных машин, да, вот это вот выкручивал, такая два валика, они вот, он будет полностью вас выжимать, и все вот эти витамины, которые вы будете принимать, они будут уходить ребенку, и маме, по сути, ничего не будет оставаться. Поэтому, так как беременность я планировала на осень пытаться беременеть, поэтому всю весну и все лето, в общем-то, в нашем рационе в доме появилось не огромное количество всяких фруктов, овощей, ягод, всякой подобной дребедени. Я стала употреблять больше молочных продуктов, хотя, кстати, я молоко не пью в чистом виде, то есть это в моем случае это был творог и твердый сыр для насыщения организма чуть больше кальция. Хотя, конечно, в моем возрасте он уже давно не усваивается, нормально не усваивается, но все-таки хоть какое-то количество его все-таки осело у меня в организме. И то, что уже во время беременности я принимала витамины и препараты кальция, мне здорово помогло, поскольку за всю беременность, часть, которая такая самая выжимающая, высасывающая часть пришлась на зиму и начало весны, у меня не возникло никаких проблем. То есть ни с кожей, ни с волосами, ни с ногтями, ни с чем. То есть признаков какого жесткого авитаминоза и голодания организма у меня не было. И мне кажется, это важный момент, и всем стоит к этому прислушаться, потому что, ну, лишним это никому не будет. Во-первых, это укрепляет иммунитет, вы меньше болеете во время беременности. Это тоже важно и немаловажный момент. И третий аспект, который я использовала в подготовке к своей беременности, это, собственно говоря, медицинский аспект. К тому моменту я почему-то попала на прием не к своему врачу, я просто сходила к прием к гинекологу, натурально добилась просто того, чтобы меня посмотрели, если нужно, назначили какие-то анализы, там, мазки взять и так далее, если у меня какие-то проблемы в этой части, чтобы пролечить их до наступления беременности, поскольку к гинекологу я пришла месяц, наверное, за 4 до того, как мы делали первые попытки к беременности. Да, скажу, что, возможно, как бы натолкну вас на такую мысль и поделюсь своим опытом не очень хорошим, что врачи у нас не очень привыкли к тому, что вот приходят там девушки, женщины, которые хотят просто провериться перед беременностью. Чаще всего приходят уже там с целым букетом заболеваний, да, там, полевых ромашек, и лечатся во время беременности, а чтобы до беременности это редко. Поэтому врач, который так смотрел на меня, типа, ты чё вообще пришла, как бы, и как-то так и странно со мной разговаривала, ну, в общем-то,
дала мне почувствовать себя как будто бы такой, знаете, как будто бы я не осознанно подошла к моменту подготовки к беременности, а как будто бы я самая большая дура на свете. Но все-таки нужно это сделать, нужно это пережить, и оно вам лишним никогда не будет. Ну и, собственно говоря, уже к тому моменту, когда я уже более или менее была физически подготовлена, когда я знала, что с медицинской точки зрения в плане гинекологии я более или менее здорова, ну, идеально здоровых женщин не бывает, наверное, на сегодняшний день абсолютно здоровых людей не бывает, бывают только недообследованные. И мы приступили уже к попыткам. У нас было, ну, таких полноценных две попытки, и была еще одна так, попытка не пытка. Первые две попытки мы пытались совершить по методу беременности, по которому можно определить пол будущего ребенка. Метод этот состоит в том, ну, скажу сразу, что у меня он не подействовал, я не знаю, работает он или нет, но значит, суть состоит в том, что процессом вы занимаетесь где-то за 3-4 дня до дня, расчетного дня овуляции. Потом вы делаете небольшой перерыв. И если вы хотите девочку, то вы занимаетесь процессом в день за один день до дня овуляции, то есть накануне овуляции. Считается, что сперматозоиды, которые несут хромосомы девочки, они более сильные, более живучие, но они медленные. Мальчики, они более быстрые, но они менее живучие. Считается, что девочки могут прожить в организме женщины там 24 часа, да, а мальчики, по-моему, что 10-12 часов. Поэтому, если вы хотите девочку, то надо заниматься накануне дня овуляции. И если вы хотите мальчика, то первая часть, в общем-то, такая же, как и при девочках, за 3-4 дня до, потом перерыв и, собственно говоря, непосредственно в день наступления овуляции. И тогда, мол, значит, так как организм у женщины в плане чист, мальчики более шустренькие, они быстрее добегут до цели и, собственно говоря, в нее прорвутся. Говорят, что надежность этого метода где-то 70-80%, то есть у вас будет тот ребеночек, которого вы хотите, такого пола, как вы хотите. Но я не знаю, у меня этот метод с мужем почему-то не сработал, и мы использовали метод, который указывался в моей программе в телефоне, которая, в общем, там, ну, следит за вот этим, женский календарь и так далее. Там предлагалось благоприятные дни, 5 дней до наступления овуляции и 2 дня после нее, поскольку расчетный день овуляции это очень, ну, приблизительный день. То есть он является расчетным и совпадает с расчетным днем овуляции только в случае, если у вас идеально правильный цикл, идеально ровный цикл. У меня он был таковой, и да, он у меня полностью совпадал. Если у вас есть какие-то в этом плане проблемы, то, конечно, лучше первое время, если вы не можете определить овуляцию по собственным ощущениям, то можно просто покупать тесты на овуляцию и, в общем-то, сравнивать его показатели, да, с тем, что вы ощущаете. Потом уже как-то можно самим это все найти. И, в общем, суть нашего метода состояла в том, что это надо каждый божий день, целую неделю на протяжении 7 дней, то есть 5 дней до наступления овуляции, каждый день по одному разу, что немаловажно, чтобы организм мужчины успел восстановить необходимый биоматериал. И на всякий случай 2 дня после наступления овуляции, потому что, как бы, если день расчета не совпадет, то чтобы, ну, наверняка, да, уже было вот этих вот 2 дня. У нас этот метод подействовал, но при этом подгадать пол ребенка просто невозможно. В нашем случае это мальчик. В общем, где-то у нас, в общем, хромосома с мальчиком, этот самый сперматозоид с мальчиком оказался более шустрым, он попал туда быстрее. И это все, да, это сработало. Не знаю, может быть, кому-то это пригодится, может, кому-то это заинтересует, кого-то это заинтересует, может быть, кто-то так же, как и я, ищет какие-то интересные способы, потому что как кролики там на протяжении, там, сколько это получается, где-то в среднем 2 недель каждый божий день, это, извините, к моменту овуляции, там у мужика уже мурчик, но еще 5 капель, в нем уже ничего не остается, поэтому не вариант, и лучше использовать какие-то более проверенные, надежные способы. Поэтому я надеюсь, что это видео было хоть для кого-то полезным, кто-то что-то услышал для себя позитивное, нужное, ободряющее. И я всем желаю, кто сейчас работает над пополнением своей семьи, легкого, быстрого зачатия, хорошей, приятной беременности и легких, беспоследственных родов.